Мне иногда пишут люди, что я плохо играю, что я бот. Да, ребята, да, вы правы. Я не... О, бой, я не Frozen, я не Якудза, не Ханока, ребята. Я не до них, когда читаю, ну и что? Ну и что, разве это главное? Разве это главное умение играть? Если ты снимаешь ТикТок, если ты стримишь, если ты записываешь катки на YouTube, это не значит, что ты говоришь этим самым то, что ты хорошо играешь. Как вы не можете это понять? Возможно, людям просто это нравится, записывать свои игры, просто выкладывать, чтобы люди смотрели. Да может, им самим просто нравится смотреть со стороны, как они играют. Зачем хейтить-то вот так вот? Если ты чего-то добился в игре в ТДМ и разваливаешь, для чего ты пишешь другим людям, то, что ты плохо играешь? Я не понимаю. Разве это цель твоей жизни? Научиться играть хорошо и писать кому-то то, что он делает что-то плохо? Разве это цель твоей жизни, дружище? Ha 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 ha!